Привет, друзья! Сегодня у нас 18 день реабилитации колена. Уже на завершающей стадии. Ну, посмотрим, что дальше будет. А сейчас у нас разминка, как обычно, с велосипеда. Правда, после 17 тренировки мышца вот здесь, крепатура жесткая. Потому что работа с резиной, она себе дает знать. И вы не переживайте, это нормально так и должно быть. Так что поехали, смотрим, наблюдаем. Юрий Горбенко с вами. Уже не больно? Нет. Класс. Я снимаю. Замки. Держи замки. А теперь смотри, там шли в колени. Многие стороны. Сейчас идем в стоп. Юра, когда у тебя самолет, когда ты улетаешь? 26-го или 27-го. Еще не прислали билет. Сколько подходов? 4 лени, колени, колени. Замочки. Раз, два, раз. Увидишь, как кушает чуть-чуть. Сам развел. О, растяжка нужна, по-любому. На живот. Поднимаю ногу. Не, я ж не рез. Ну смотри, я ж лучше меня. Корпуса нашел вперед. Она мышца болит просто. А я ж ничего не делаю, да. Колено не болит. Ручку дай. Ручка. Плечо вверх. Дай вторую ручку мне с этой стороны. Держи эту ногу, молодец. Ох, так кропат. Упражнение называется «Ласточка взлетела». Держим себя. Молодец. Слушай, это было, когда было больное колено? Когда больное колено было? Класс. Я могу, я сделал это. Класс. Все, прогибаемся. Ох, это тяжело. Руки расслабили, держим. Ноги расслабили, грудь. Все. Отдыхаем. Изверги. Плавненько. Пускай. Это 18-й день. Хорошо подниматься, да? Умница. Просто умница. Ну давай третий разочек, у тебя уже легче пойдет. Тяжело? Отлично. Я тебе такого еще не давал. Ну да, на третьем круге легче. Здесь замкнулся. Хоп. Опа. Это уже замкнулось. Опа. Переходит на другую сторону. Опа. Да, плечо уходит, плечо ты уже сам пошел. Сам идешь. Вот это подошел. Уровень, ребята. Вот это понатовка ножками, чемпиона, ручками, понимаешь? Ножками. Потянул ручками, а теперь ножками потянул. Ножками тянешь, подбородок как можно выше. Супер. Это класс вообще. Видос такой вот уматываете. Пошли. Расслабился, подышал. Молодец. И снова ножками потянул, подбородок как можно выше. Супер. Грудные тянут. А теперь подпрыгивается. Не могу подпрыгивать. Выпрыгали, да. Прыгали, да? Да.
в этом положении рывком отрывались от ковра. Отрываться от ковра. Батя, что, ты прыгал? Конечно. Как ощущения? Миша, ты на пользу идёт. Нет, это очень здорово. Это тянет, во-первых, очень здорово. Во-вторых, вот эти все развороты на удары идут очень хорошо. Почему? Потому что расслабление, растяжение идет. Видите, на йогу ходить не надо, здесь это растянуто. А это все, я вам так скажу, это все, знаете, вот говорят, йога, йога. Это хорошо, но далеко этот вид, как говорится, деятельности ничего не решает, понимаете? Если у вас есть проблема, то проблему надо решать. Конкретно заниматься реабилитацией, как вы видите, как мы с Юрой все это проходим. А не ходить на йогу. И сами видите, колено какое красивое сейчас и все. Да, разминай. Хорошо, Игорь, сильнее. Во. Хорошо. Вот только через такой бой, через такие муки можно добиться результата. Деревянная. А потом будет выбрасывать, будь здоров. Сразу главное расслабить и все. День подошел к концу. Юрий Горбенко, ваши ощущения? Вы только что все увидели. Умница, молодец.